С днем рождения, Кирилл! С 32-летием тебя! Капяо Пук, это мне тортик? Да! Капяо, мне 23 года! 32! Да. Капяо! Загадывать желание? Да! Да. Бля, там 23! Загадал! Какое? Какое желание? Какое? А, я поняла, какое! Пук, с днем рождения! Этот шок, что я тебе подарить подарок не могла, то именно день рождения. Но я тебе испекла тортик. Спасибо, Пук. Можно откусить прямо вот так? И он стерпел? Но он вкусный будет, когда еще прям возьмется и настоится чуть-чуть. Супер. А. Ну тогда пусть настоится. А сколько он должен настоять? Ну пока закончишь как раз нормально. А мне он все не нужен. Ну ладно. Не, а его, по-моему, надо в холодильнике настаивать. Ну, да. А почему? Почему надо в холодильнике? Крем впитался. А почему именно в холодильнике впитывается? В теплую же... Не растаяло ничего. А, да? Нихуя себе. Круто! Зато пахнет. Видали, сколько мы будем на столах играть? О, нифига. Вы можете пока пойти почитать, выбрать, какие самые лучшие. Прикольно. Че делаете? Самые охуенные игры в Фуги играли. Когда я заходил, было наоборот. Ты говорил. Так и было. Так и было, блядь. Ладно. Залогиниться через Twitch. Так, а ну-ка, сейчас. Разрешить. Блядь, у меня пароль спиздили с Твича. Так, по центре. О, гля, нихуя, чат Твича здесь. Нихуя себе, минус пароли, блядь. А что делать дальше? Начать просто или здесь... Слова системы. Так, подождите-ка. А как сделать так, чтобы вы не видите, не видели? Выберите слово. Так. А как звук убрать? Я не хочу звук, он громкий. Вот. Как я нахуй ничего не нарисовал, блядь? Ты откуда узнал, блядь? Откуда вы узнали, блядь, слово? Сейчас. Чё за хуйня? Откуда вы знаете, блядь? Откуда вы знаете, блядь? Да иди ты нахуй! Я понял. Ебать! Охуенная игра, самая лучшая. Как звук потише сделать? А как сделать потише звук? Так, окей, я все понял. Ебать, нихуя, подписчик крутой, блядь. Угу.
Так, окей, окей. Нихуя себе, блядь, ты чё, гений, что ли? Ты школьный гений? Так. Нихуя себе, блядь, да вы гений, реально, кто это угадал? Спидран сейчас будет жесткий. Нихуя, вы чё, гении? Вы чё, гении? Нихуя, ты чё, охуел, блядь? Как ты это сделал? Это читы были. Нихуя себе. А, вот оно, блядь. Так. Сейчас, сейчас. Смотрите, вот дохуя людей, вот, сейчас, вот дохуя людей вот тут вот, да? Вот, угу. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, а вот тут вот, вот так вот человек, да? А вот тут дохуя других людей. Вот. Но вот тут вот, короче, вот этот человек, да?
Нет, ну вот, блядь. Ну вот, блядь, да? И вот люди. А вот летает. Ну легко, блядь же, ну легко, блядь! Ну! Ну, блядь! Гиена! Типа гена, но буква И, я же вставил, блядь, 4 буквы, но И, блядь, гиена! Пиздец, нахуй. СП, люди, человек летает, гена летает, блядь. Гена, гиена! Пиздец. В смысле, блядь, тупой, вы не угадали же, блядь. Нихуя себе. Ты, а ты чё, как умеешь? Да ты чё, блядь? Ты чё, читер, нахуй? А как узнать, а почему именно такие рейтинги? Почему, по каким причинам именно такой рейтинг выстраивается? Блин, ну мне понравилось, прикольно, давай еще раз. Давай еще раз. Давайте меньше секунд. 60 секунд будет. 15 раундов. Сейчас, срак кто говорит что-то. Сейчас, может, он мне научит. Алло. И слова, чтобы ты свои слова писал. А я не хочу свои слова, мне тяжело будет их придумывать. Ну тогда сделай не по-русски, поставь туда вебку, а не... А почему? Ну, чтобы красиво было. И чат убери. Это охуенно красиво, блять, выглядит топово. Ну чат могу убрать, вот чат некрасивый, а реклама красивая. Значит, ладно, хорошо. Очки считаются, типа, чем быстрее угадал, тем больше очков. А, если, да? Если два раза угадаешь, что у тебя будет, ну, больше очков. А, все, я понял тогда, все, окей, хорошо. Все, давай. Так. Конкурс на утку ебаную. Шутка. Шутка, утка. Все, поехали. Ебать, ну базука зарешала, я тут не заруинил. Так, ладно. Ебать.
Ну, мне кажется, это очевидно, нахуй. Вот он в разрезе, вот его долька, вот такая у него структура, блядь. Так, ладно. Это тяжело, по-моему, будет. Но я постараюсь, чтоб легко было. Изичка, да-да-да, хорош. Фух. Изич. Не, ну это нормально, это изич. Фух, я четвертую машину, правда, не успел нарисовать. О, нихуя себе, это моя любимая еда. Я просто выбрал, потому что моя любимая еда. Нихуя, блядь! Хорош, мега насрал. Я вот люблю гуляшек, потому что, во-первых, его легко взвешивать, да? Просто взял, блядь, оп, кусочек мяса положил, кусочек мяса убрал. Мне же надо по весу все хавать. Просто гуляшек накидал, блядь, полил гречку этим соусом, и все охуенно. Нарезанный гуляшек. Так. А, ну это изич. Это вообще изич. Блядь, мне кажется, тут надо заспидранить жестко. Сейчас, смотри. Хорош, блять, я еще читаю чат, думаете, какие нахуй крестики-нолики, это верстак, ведро крафтишь, этим, железом, блять. Ну очевидно же, нахуй, ну очевидно же. Да, блять, что непонятно, верстак в Майнкрафте скрафтил ведро, блять. Хорош, блядь, хорош. Но это был тест на лда, кто с самого начала стрима сидит. Хорош. Ой, блядь, чё нахуй? Тоже кто на стриме сидел? Ну час-два назад, два часа назад, где-то полтора. Ну полтора часа на стриме, блядь, назад.
При чем тут туалет, нахуй? Нет, кто-то угадал. Кто-то угадал, укусить. Ну, Соня пришла, я ее хотел укусить. Сказал, мой день. Ну, блядь. Да. Это вообще как угадать, блядь? Я в ахуе. Не, я вот это возьму. Хорош, 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 хорош. Так. Вот сейчас, блядь, давайте, жестко, это легко, это легко. Какая утка? Какой дом, блядь? Копать! Копать блок, ну, сука! Какая утка, нахуй? Пиздец. Какая жопа? Так, ладно, хорошо. Ну, это вообще изич, это изич, 100%, как бы, нахуй. Это такой изич. Ебаш. Изич. Легко. Легко. Сейчас тоже изичка будет. Изич. А почему два? А, рейтинг раунда и токовый рейтинг. А, тут даже такое есть. Нихуя, 51 тысяча баллов, нихуя себе. А почему вот у срак то 7 тысяч, блядь, а у чела 51 тысяча? Он несколько слов угадал? Он несколько угадал слов? Нихуя. Алло. Алло. Укусить, который уже в Афганистане, понимаешь? Ага. Он чел угадал просто одно слово, но там за 5 секунд, которое легкое было. Еще когда ты это слово угадываешь, там написано ник человека, можешь читать уже. Все, я понял, хорошо. Это круто, да. Это всем нравится, Гартик Шоу, вот это? Ну, месяц назад нравилось всем, сейчас, видимо, ну, да, наверное. Это хайп жесткий, да? Ну, да. Давай, пока. Ладно, давай, пока, ладно. Сейчас, извиняюсь, донес. Донес. Ебать, очки, действительно, очки. Очки, это очки. Это очки. Вы чё, не поняли? Это очки. Но это же очки, блядь. Ладно. Зевлар, молодец. Ты сегодня, значит, хорошо стрим смотрел. Ладно, окей. Так, ладно, окей. Сейчас какой-то еще модератор, что там. Ещё. Ладно, я вам дам такой. Это загадал мистер Ека. Ека охуенно.
Нихуя! Я думал, уже не угадаете. Ну, модеры синие. Синие модеры. А им дают ЗП зеленый. Ну, до слез. Лаврик Ливия. Поздравляю вас. Поздравляю. Так. Ладно, сейчас. Ну да, то, что дают, это фейк, конечно. Это хуйня полная. Я понял, почему вы запутались, потому что ЗП модерам никогда не дают. Это правда. Угу. Да это смешно, ладно, это смешно. Нахуя мне утка? Но это, мне казалось, вы побыстрее угадаете, если честно. Ну нахуя мне утка, блять? Ну? Так. Хорош. Но это была проверка тоже на тех, кто сегодня стрим смотрел. Номера машины, типа. Так, окей. Окей, ладно. Ладно. А как? Блять, я бы хотел бы это нарисовать, но я не знаю как. Ладно, окей. Ладно, это тест на лда. Мне сказали, что это тест на лда. Ебать! Нихуя! Блядь, нихуя себе. Ладно, хорош. А ты хорош, блядь. А ты хорош. Суперден, смешно. Ты смешно написал. Ну вы чё? Ну кто за Мортиса играет? Правильно. Хорошо, гадал. Хорош. Это на лда, блядь.
Так, сейчас. Я, знаете что, хотел бы сыграть в золотые цитаты. Вот в золотые цитаты было бы охуенно. Ну, просто собрать мои цитаты и пытаться их рисовать. Ну, это на следующий раз можно собрать, типа, самые охуенные фразы. А? Подождите, телеграм срочно. Надо какой-то ТикТок посмотреть. Нахуй я это слово загадал, блядь. Микрофон, звук выше становится, выше звук становится. АБ, ну... Я говорю АБЭМИ! АБЭМИ, блядь! Ясно, нахуй. Пиздец. Да, нихуя себе. Нихуя себе, я в ахуе. Хорош, блять, а ты хорош. Ну, блядь! Блядь, поздравляю, нихуя себе! Да. Да. Я просто недавно эту нарезку пересматривал, блядь, так смеялся. Охуенно. Кому-то надо объяснить? Ну, в смысле, чё, блядь? Чел, который выходил на балкон и говорил, какой же охуенный балкон! Как его звали, блядь? Стрелочка на него, кто это нахуй? Все, молодец. Я бы наоборот бы больше давал за такие сложные. Так, вот. Короче, кошка. Вот такая вот кошечка. Вот кошка, да? И что делает ее хвост? Точнее, что он не делает.
Пиздец. Он не берет пленных, блять. Но это же очевидно, нахуй. Но это же... Нет, ладно. Я как бы... Апостол Карим вообще в чате, блять? Да... Да, блять, я в ахуе. Так, окей. Рейтинг раунда. Нихуя чел, блять, пробустился. Нихуя себе, 59 тысяч. Блин, еще было бы прикольно, если бы писали, какое слово он угадал. Ханов, пошел ты нахуй, блять! Лаврик, пошел ты нахуй! Козел, блять! Я... Я придумаю какие-нибудь свои цитаты. Ну как придумаю? Я заставлю модераторов вспомнить цитаты. И все нормально. Что такое вот вырезка «Я гений»? Что это значит? Что это? А, «Я гений». Он про себя сделал вырезку, блядь. Ладно, неважно. Ладно, неважно. Так, пацантре, все, я пошел кушать тортик. У меня осталась 1 минута. Я заканчиваю стрим, потому что я хочу сегодня, чтобы у меня стрим закончился на день рождения. Поэтому я заканчиваю срочно стрим, чтобы... А то уже не будет дня рождения. Всем пока.